Взрывы раздались в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, где объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов. В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщает телеканал. Согласно данным официального ресурса, для оповещения населения в регионе действует предупреждение об опасности с воздуха. Удары по украинской инфраструктуре вооруженные силы России начали наносить 10 октября 2022 года. Через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.